Друзья, всем привет! Сегодня Народный фронт, представители школы «Интеграл», это Филевский парк, привезли нам школу «Интеграл», четвертый класс, привезли нам письма, подделки для наших солдат, которые находятся на передовой. Давайте посмотрим, что сделали дети. Смотрите, какая прелесть. Вот такие подделки, а там письмо. Вот. Желаю жизни, победы. Какая прелесть. Так, дальше смотрим. Смотрите, что это. С прошедшим праздником 23 февраля. Русским солдатам. Вот такой. Вот такие подделки здесь. Смотрите, какая прелесть. Какие дети молодцы, да? И вот еще, смотрите, что сделали. Такое сердечко. Вот такие поделки. Потом у нас еще очень много рисунков, которые дети нарисовали. Видите, с победой. И здесь тоже такой рисунок. Меч, солнце. Ну, победим, победа будет за нами.